Приветствую вас. И, конечно, я вас понимаю в том, что ваша жизнь сейчас сложилась таким образом, что вы не чувствуете себя свободной, вот, вы не чувствуете себя сами собой и так далее. Вот, и вы чувствуете, что ваши границы личные постоянно или нарушаются, или находятся под угрозой, находятся в опасности, и, в принципе, вас можно понять ну, в этом смысле. Вот. И я также понимаю, что ваши родные, те, которые оказались в итоге с вами, они не самые легкие в общении, в общении люди, не самые приятные в общении люди. Вот. И я понимаю, что вам с ними тяжело. И в этом смысле мне думается, что вы действительно устали, в том смысле, что, наверное, я как бы чувствую вашу усталость, чувствую, что вы устали, вот, и мне кажется, что вам нужна помощь для того, чтобы восстановиться. Ваша фраза про людей всех является обобщающей фразой. И мне думается, что по меньшей мере не совсем реалистично думать так, как думаете вы, потому что все люди разные, и мне кажется, что нужно давать людям шанс. Другой вопрос, что вам это делать тяжело в силу неумение обращаться, в силу неумения, может быть, выстраивать диалог и контакт так, как вам бы того хотелось, так, как вам было бы комфортно. И мне думается, что в этом смысле имеет как бы значение работа в этом направлении со специалистом в психотерапии. Следующий важный момент — это то, что вы говорите про невозможность жить полной грудью из-за своих, дышать полной грудью и жить полной жизнью из-за своих родных. В какой-то степени, это правда, но в какой-то степени дело заключается в том, что вы прикладываете ответственность за свою жизнь на них. Вы ждете от них, вероятно, некоторых изменений. Вы позволяете себе, позволяете им, точнее, подавлять вас. Вы ставите их желания, по крайней мере, ситуативно, и, по крайней мере, в отдельно взятый момент выше своих. Потом вы можете злиться, их ненавидеть и так далее, но мне кажется, что вы в отдельно взятый момент ставите их желания выше своих. Может быть, из страха, может быть, еще из-за чего-то, может быть, просто по привычке, но тем не менее. Зачастую, если человек, ну, не умеет говорить «нет» или «да» в диалоге с другом, в контакте с другим человеком, в взаимодействии с другим человеком, то другой человек, обладая, может быть, чуть большим объемом свободной энергии, ну, способен доминировать. Ну, потому что он там доминирующий, в принципе, или там авторитетом своим давит, да, вот. А просто вот потому, что больше запас немножечко энергии, чем у другого человека. Поэтому ваша задача увидеть в себе эту энергию, научиться ей управлять и
предварительно ее освободив, то есть избавив себя от трат этой самой энергии на различного рода конфликты и противоречия. Обратите внимание, что вы не задаете вопрос, у вас отсутствует запрос. Я бы хотел, чтобы вы его озвучили. То есть, что вы хотите от психотерапевта? Какие вы, ну, цели, задачи ставите? Понятно, что в процессе будут рассмотрены, скорее всего, совсем другие моменты, как это часто бывает, но начинать нужно с чего-то. Пока у меня ощущение, что вы, знаете, крайне скептично относитесь к окружающим, не доверяете им. И вообще-то говоря, не готовы заниматься собой, не готовы развиваться, не готовы меняться. Хотя бы в психотерапии со специалистом. Вот, потому что, ну, вы называете всех людей токсичными. Ну, повторюсь, это не совсем соответствует действительности. А токсичность — это результат неумелого построения контакта, а не такая история, что вот человек там определенный и все. Так сказать проще всего. Но это не, не делает вас счастливее. Ну, я не думаю, что вас делает счастливее. Точка зрения, что все люди там какие-то, да? Вот. Дальше. Вы говорите, замуж пока не беру. Ну, смотрите. Меня здесь, честно говоря, смущает больше всего то, что вы говорите «не берут». Ну, что вы, вещь какая-то в самом деле, чтобы вас брали. Нет, я не думаю. Поэтому мне кажется, что такой подход к замужеству и к построению отношений, вероятно, не самый лучший. Мне кажется, что выстраивать отношения с вашим будущим мужем или потенциальным, если угодно, мужем, имеет смысл через интерес, то есть, ну, через интерес к чему-то, через точки соприкосновения, а не так, что, ну, не знаю, например, людей, да, допустим, ну, просто вот не знаю людей, не знаю какого-то человека, конкретного, вы, скажем так, сразу переходите к замужеству. Мне кажется, это позиция, которая заранее вас обесценивает. Мне кажется, что это позиция, которая заранее очень сильно сужает, как бы, границы вашего возможного взаимодействия, тем самым приводит к абсолютно неоправданному ограничению восприятия человека. Вот. То есть, например, такой подход опасен тем, что вас могут воспринимать, ну, исключительно как жену, например. Вот. Но не как личность, не как социального индивида, да, не как субъекта какой-либо
деятельности. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, что вы пишете про свое небольшое дело. Вот, но у меня нет ощущения, что вам интересно им заниматься. Вообще, самый лучший способ окружить себя людьми, приятными людьми, интересными людьми, подходящими, это заниматься любимым делом, заниматься тем, что вам интересно, тем, что вам нравится, и как бы взаимодействовать с определенным комьюнити в этой сфере. Вот последний вопрос, который я хотел бы вам задать, это что вам вообще по жизни интересно, что вас вдохновляет, если такие вещи, и как много этого в вашей жизни, если немного, то, соответственно, это отдельная тема для разговора. Вот. Также мне показалось, что несмотря на то, что вы в целом отзываете со своих родных не очень позитивно, вы к ним привязаны. То есть мне кажется, что вы можете несколько бояться становиться самостоятельным. Рассуждать вот таким образом, как рассуждаете вы, можно, но вы можете испытывать тревогу или страх или вину перед тем, чтобы реально совершить действия, направленные на сепарацию от родных людей. Вы пишете, что все холостые, то есть для вас, видимо, существование без пары романтических имеет особое значение. Я бы хотел это значение, чтобы вы раскрыли. Если у вас все холостые, значит, имеет место быть определенный жизненный сценарий. Скорее всего, перенятый от мамы, которая, судя по всему, тоже одна. Нужно с этим также поработать. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь, у вас появится обратная связь, которой вы захотите поделиться.